Антон Шевельов народився 7 серпня 1983 року в Дніпропетровську. Вчився у металургійній академії за спеціальністю захист металів від корозії, але навчання не закінчив. Ще студентом працював графічним дизайнером, потім фотографом. Сьогодні він тревел-фотограф, екстремальний фотограф і взагалі фотограф. З 2007 року веде Life Journal – «Життя через об'єктив» під псевдонімом 1200 DPI. Має велику колекцію фотоапаратів, виробив власний принцип – роби лише один кадр, зате якісний. Серед колег і друзів має славу людини з найдовшими руками. Донька – Маша, школярка. Дружина Тетяна – психолог. Улюблений колір – помаранчевий. Дуже рідко буває вдома. Подорожувати може де завгодно, а жити лише в Україні. Вітаю, шановні глядачі 9-го телеканалу. В ефірі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. І нарешті у нас в гостях пан Антон Шевельов. Ти мене прям засмущала. Я тебе називаю пан. Як ти реагуєш? Странно. Странно? Тебе хто-нибудь називає пан Антон? Ні, мене навіть, мабуть, в Карпатах так ніхто ніколи не називав. А як тебе в Карпатах називали? Ну, в Карпатах обычно «Ей». Ні, ну, Антон, ну, коли не знають. Блин, а ты такой вопрос задала? Я всегда никогда не обращал внимания, как обращаться. По имени отчеству тебя называют когда-нибудь? По имени отчеству меня называют, бывает. Чаще всего меня по фамилии все называют. Ну кто знает? Эй, Шевелев! Не, ну просто Шевелев. Прозвище какое-то у тебя было в детстве? Было. У меня много было прозвищ в детстве. Совсем в детстве. Ну, я всегда как бы не сильно был низкий, толстенький. Изначально меня называли Кузнечик. Вот, потом. Ну, я не хочу отвечать на этот вопрос. Окей, проехали, хорошо. У тебя не розовая кофточка, у меня тоже, но мы этот вопрос опустим. Оранжевый цвет, оранжевая футболка, оранжевое право на очках. И всегда в Фейсбуке, например, в ленте тебя можно узнать. Даже человеку с очень плохим зрением, замутненным взглядом. Аватарка всегда яркая, оранжевая. Это что? Ну, это цвет опасности, в общем-то, в какой-то степени, кроме того, что это цвет... Это цвет шизофрении еще немножечко. Ого. Почему оранжевый? На самом деле, как и любой цвет, его можно раскладывать на разные, если уже говорить там про опасность, про все остальное. Оранжевый — это цвет солнца, тепла, вообще хорошего настроения. Апельсина, но это для меня. Мандарина. Да, то есть каждый же по-своему. Потому что действительно говорят, что оранжевый — это все-таки цвет шизофрении. Но... Может, немножечко есть, да, легкая придурковатость. Никогда еще никому не мешала. Мне просто очень нравится этот цвет. У тебя жена психолог, она что-то говорит тебе по этому поводу? Не, она старается. Дома моя жена, она просто моя жена. То есть мы не... То есть она не твой личный психолог? Нет, слава богу, она не мой личный психолог. И ты не ее личный фотограф? И я не ее личный фотограф. На самом деле у всех остальных людей гораздо больше фотографий, которые сделал я, чем у моей жены и моего ребенка вместе взятые. В общем, надо сообщить нашим зрителям, наконец-то, что ты экстремал и тревел-фотограф, ну, по крайней мере, если забить в поисковик Антон Шевелев, выпадет именно эта информация, хотя... Ну, для меня Антон Шевелев – это Антон Шевелев. И как и для, наверное, большинства днепропетровцев, активных, таких же активных, как и ты, да, которые ведут активный образ жизни, которые бывают на каких-то вот мероприятиях, на каких-то там тусовках, вечеринках. Вот скажешь Антон Шевелев, все понимают, о ком речь на самом деле. Экстремал? Ты экстремал? Ну, да. И тревел-фотограф. Ты тревел-фотограф? Тревел-фотограф, да, тоже. Кроме этого, кто ты еще? На самом деле... Кто бы ты о себе, вот в поисковик бы забил. Мне самому очень тяжело всегда отвечать на этот вопрос, когда спрашивают, там, кто ты, расскажи, кто ты. Я начинаю очень сильно там уходить вглубь себя и думать, блин, а кто же я все-таки на самом деле? То есть я и спортивный фотограф, я и репортажный фотограф. Просто в каждом какой-то момент моей жизни, да, я выполняю какие-то разные... Я вообще очень мультизадачный человек и даже одновременно могу выполнять кучу разных функций. На сегодняшний момент, да, наверное, все-таки больше всего я тревел-фотограф. Я очень сильно отошел от музыки, от спорта, даже не потому, что я это не хочу, я это очень люблю. Ну, просто так вообще жизненные обстоятельства сложились. Там нынешняя работа, даже не работа, а любимое дело, она как бы априори... Я путешествую, я ввожу людей в разные страны интересные, поэтому в любом случае тревел-фотография в этот момент, она занимает, наверное, 80% вообще моей вот жизнедеятельности. Скажи мне, эта работа и эта, ну, страсть, скажем так, она тебя нашла или ты ее выбрал?
Потому что, как правило, мы получаем то, что мы к себе привлекаем, да, вот своими вот магнитами какими-то. Если магниты работают правильно, то и привлекается, наверное, именно то, что мы хотим. Вот как у тебя? Ты полюбил в процессе или ты пришел к тому, что ты любишь на самом деле? Ты знаешь, у меня давно уже есть ответ на этот вопрос. Мои родители с самого-самого раннего детства брали меня в походы. Мой брат там в 3 года первый раз в поход, такой достаточно серьезный водный по реке Пра, по-моему. Ну, много просто очень все было. И меня с самого детства возили всегда в походы. То есть изначально это было, ну, понятное дело, дома не оставишь, бабушки тоже, поэтому брали с собой. Но я получал это удовольствие. Хотя в нашей вот компании моя подружка Ира, она сразу сказала, что, ребята, вот вы меня сейчас возите в поход, да, я вырасту, и когда буду сама, я никогда в жизни больше с вами в поход не пойду. То есть у нее отбили охоту, да, это не ее. Да, меня наоборот. Не то, чтобы меня прям заставляли, это навязывали, но как-то образ жизни, но, опять же, меня никто не заставлял и в дальнейшем заниматься, но я просто это очень сильно люблю. Совпало. Да, оно просто, видимо, совпало. Поэтому сказать, что я прямо стремился к тому, что я буду путешествовать, это будет моей работой, я никогда об этом как-то не думал. И о том, что фотография будет моим образом жизни, и, там, источником доходов, тоже я никогда об этом не думал. Я вообще, в принципе, на сильно вперед... Я вообще много... не думал. Нет, ну не то, чтобы я не думал, но вот сильно наперед я никогда как-то особо там планы не строю, потому что, во-первых, я знаю, что всегда эти планы, потом это все что-то произойдет, как-то все это... Поменяется, да. Поэтому там сильно загадываешь, через 5 лет я там буду то-то, или через 5 лет я на компьютере. Ты когда планируешь поэтому... и не сбываться, ты расстраиваешься? Это как раз вот еще одна та хорошая сторона этой медали, что я, так как я не сильно далеко это все планирую, поэтому ну, не получилось, то не получилось. То есть нет обманутых ожиданий. Да, нет, я не так, что я 5 лет что-то жду, оно не получается, и потом вот эти все 5 лет. Я вообще, в принципе, сторонник того, что жить нужно сегодняшним днем. Здесь и сейчас. Да, потому что вот я очень много людей вожу в какие-то интересные страны, очень много у меня друзей из очень разного круга общения, и я просто наблюдаю, что люди очень часто, они живут каким-то немножко будущим. Вот я соберу денег куда-то поеду, а вот, а когда наступает этот момент, оно как-то уже эмоционально настолько все пережито, и что оно так такое... Так долго к этому типа, шел, так устал, ну, вот, что да, нет так, сил так радоваться, да, поэтому и часто люди там, о, сегодня плохая погода, такой водопад, там, я говорю, ребята, посмотрите, вы не сидите в офисе вот прямо сейчас, знаешь, как этот анекдот, когда лыжник валится по склону, разбивается, катится, вообще лежит такой, зубов нет, ноги поломаны, он такой, не, ну все равно лучше, чем работать. У тебя может так случиться, что ты можешь потратить, например, все деньги, которые у тебя с собой есть, на что-то, что тебе хочется прямо сейчас, вот здесь и сейчас? Нет, не могу. Вот тут нет. Нет. Во-первых, я вообще не жадный человек, и мне как бы не жалко денег, но единственный вот момент, когда мне жалко, это когда мне нужно самому себе что-то купить. То есть просто я всегда подспудно помню, что у меня дома жена и ребенок, что у меня там ничего нет. А вот жене и ребенку можешь купить да, что-то, да. Что ну ты приедешь, ты понимаешь, что тебе скажут. Антон, ну ты же угрохал кучу. Ну зачем? Но им все равно будет приятно. Ты можешь вот это сделать? Сложный вопрос. Никогда так не делал. Потому что... В следующий раз я тебе задам, получилось или нет. Так, если не, в следующий раз не привезу денег, знаешь, я потратил на что-то 7-минутное. Но хорошее. Ну, может быть, это будет что-то, о чем мечтает твоя дочь, например. И этого нет. Моя дочь сразу обо всем мечтает. Денег не хватит на одновременно купить все, о чем она мечтает. Обо всем мире. Окей, хорошо. Ты говоришь, что ты не думал, кем ты будешь. Ты в детстве же вот мечтал о чем-то. Были какие-то. Ну, если не планы, то как минимум разговоры там во дворе. Я буду космонавтом, или там танкистом, или велосипедистом. Ты знаешь, я очень вообще, особенно в детстве, был человеком, который любил это все в себе. Я как-то никому не рассказывал, что вот я вырасту и буду космонавтом там. Или... Никогда не хотел быть космонавтом, врачом, пожарным. Я хотел быть биологом. Я и поступать собирался на биологические. Ботаником? Нет, не ботаником. Я вообще очень любил динозавров, животных. Я собирался на биофак поступать. Ну, вот у тебя есть что-то от знаменитого героя по имени Паганель. Тебе, наверное, говорили уже об этом неоднократно. А он же был как раз вот биологом, ботаником, насекомоведом, человеком энциклопедических знаний. И собирался поступать в ДГУ. Собирался быть Паганелем. Да, собирался быть Паганелем изначально, когда
пришла пора думать. Я заканчивал гимназию пятую, и даже там малая академия наук, писал там доклады научные какие-то. Страшное дело. Мне очень нравилось, я очень много знаю про животных, и это зачастую мне очень на самом деле помогает. Там в зоопарке всегда там, с дочерью хожу, с женой. Вот вчера мы были, нет, позавчера в Одесском зоопарке, я это, там то-то, то-то, это, то-то, то-то. И практически я уже собрался подавать документы, я уже готов был поступить. Потому что я хотел быть либо дизайнером, либо... динозавроведом. Ну, давай назовем это так, да. И, ну, дизайн у нас тогда не существовало такого понятия, была архитектура, там всякое такое, но там слишком много вещей, которые мне неинтересны были. Я решил вот... Ты не такой старый, что дизайн моложе тебя намного? Дизайн графический, конечно. Совсем молодой. Вообще, да, у нас не было такого, ничего. И я уже был готов вот приехать. У нас на майские праздники мы были в Судаке. И папин друг, он как раз заканчивал какой-то московский университет. Он вахтовым методом там много лет проработал где-то. И он сказал: Антон, слушай, у нас просто я с его дочерью одного возраста. И он говорит: вот Ксюша собирается там на юриста куда-то поступать, а ты куда? Я говорю: как? Я вот туда-туда-то. Говорит: Антон, я тебе сейчас все расскажу. Смотри, ситуация такая. Я 6 лет проработал вахтовым методом там где-то за полярье. Говорит: это все очень интересно. Убирать какашки за пингвинами, говорит, невероятно интересно, все очень классно. Но это не имеет ничего общего с семьей, с работой, вообще ни с чем, то есть с друзьями. Поэтому ты сильно подумай. И он как-то так мне еще все это рассказал. Я так подумал, что... Красочно, да. Вот, поэтому к тому моменту, когда я просто оказался в растерянности, потому что ничего не было, начали приходить повестки, и так получилось, что я пошел учиться вообще по другой специальности абсолютно. Ты металл заканчивал, да? Я не закончил. Защита металлов от коррозии. Не закончил? 27 девочек и нас двое в группе. Понятно. Девочки были коррозией, а вы металл. Да, мы были металлом. Вот. Ну, я не приходил в институт практически. Там, то есть ты поступил формально, там. Потому что у тебя в последний момент... Ну, потому что мама сказала: так, поигрались и хватит. Изменились планы, да. А других не было. Да. Вот, поэтому пришлось вот скоропостижно. То есть у тебя неоконченное высшее? Неоконченное высшее. И нет высшего образования? И нет высшего. И ты себя прекрасно чувствуешь? Я себя прекрасно чувствую. То есть высшее образование не панацея на самом деле? Я не хочу вслух говорить, может, дети смотрят эту передачу. Нет, наверное, просто надо сказать, что у каждого свой путь. Мы видели, Шевелев сказал, я поэтому не буду говорить, что у каждого человека свой путь в жизни, поэтому у кого-то наоборот, институт это будет какой-то такой база. Ну, не обязательно идти в дворник, если у тебя нет высшего образования. Нет, вот я не дворник. Хотя можно и в дворнике. Можно и в дворнике, тоже же профессия на самом деле. А как же ты стал фотографом? Во-первых, это наследственное, я так понимаю, да? Да, я, наверное, даже если бы я не хотел стать фотографом, наверное, все равно, в конце концов, я бы стал фотографом. У меня дедушка знаменитый журналист харьковского, это Артас, журналист-международник, он там в 60-е, 70-е года ездил, уже был в Африке, на Куме. Там, все совпадает. Да, он помню, ездил, что... ты ездишь. Но я никогда не думал о том, что вообще, мне, когда бабушка, дедушка когда умер, у него была огромная коллекция фотоаппаратов, очень дорогие там и Лейки, и Хассельблады, и Ролифлекс, и все остальное. Она сейчас да есть. Мне не досталось ничего. Нет. Вообще, бабушка продала все. Вот, мне не досталось ничего. У меня фактически от дедушки даже фотографии его не осталось. Только там то есть коллекция газетные... в наследство не перешла? Нет, но у меня теперь своя коллекция. Типа... Причем, что я тоже не думал о том, что так, но так получилось, что у меня тоже своя очень большая, у меня больше 150 фотоаппаратов. Вот, и отец мне подарил смену какую-то, там мне было лет 8, ну, как положено, смена 8М, чтобы там, это, потому что папа тоже увлекался фотографией, ну, очень на таком, тогда очень многие этим занимались. То есть там где-то они... Ну, да, «Зенит Зоркий» практически студенческий был. Кружок был, не студенческий, а при заводе, при огородном заводе, у них там был театральный, это, и они там фотографировали, ну так, совсем на природе где-то. И мы с отцом еще, я помню, времена, когда мы там в ванной вместе проявляли, печатали на кухне. Красная лампа. Да, мне вот, да, мне это все ужасно нравилось, но как-то это настолько быстро все вот так вот выпало, потом школа началась уже более серьезно, уже не до этого совсем было. Да и у родителей как-то особо денег не было, чтобы мне там на это увлечение. Вот, и как-то на огромный такой просто промежуток времени это все ушло от меня. Потом я очень долго занимался дизайном графическим, логотипы, фирменный стиль и все остальное. И параллельно мне нравится, я продавал фотографию, там немножко, там в институте немножко фотографировал. Все, специалист как-то, по защите от коррозии металлов, да, фотограф, занимался фотограф, графическим дизайном. Фотограф коррозии. Да. Ну, собственно, потому я институт и бросил, потому что у меня уже была работа нормальная, у меня уже все было, мне было настолько неинтересно. Опять же, ты ее сам нашел или тебе что-то предложили?
Вот твой первый, ты помнишь свой первый заработок вообще в жизни? Первый заработок я кому? Нет, не помню, честно. Я помню свою первую работу, куда я ходил, прямо вот ходил. Это я помню, потому что первый заработок я рисовал кому-то логотипы и... Ну это студенческий хотя, был хотя заработок. Нет, в институте я чертежи. Мне очень нравилось чертение начертательной геометрии. Какой я за деньги вообще чертил. Мне офигенно нравилось вообще, при том, что я... крайне неряшливый человек, но в плане вообще жизни. У меня всегда все не убрано, там на столе. Вот. Но вот именно начерталка, ощущение мне очень нравилось. Это точные линии, все, рисфедер, ну, классно. Вот, я там зарабатывал какие-то деньги. А первые деньги, которые именно дизайном, я кому-то логотипы рисовал. Там вот еще даже я в институте не был. Это класс 11. Отец очень рано у нас появился компьютер, у папы была такая возможность уже у нас дома. И я там первый год игрался просто на компьютере, потом мне стало неинтересно, и я начал там... Я даже не помню, откуда, каким образом у нас дома оказался Photoshop. Первый там какой-то, по-моему, третий Photoshop тогда был. Вот, я как-то начал это все потихонечку, там какие-то деньги сэкономленные, купил какую-то книжку, там, азы. Ну и так потихонечку. То есть ты самоучка? Да, абсолютно вообще. Я ни на какие курсы не ходил никуда. То же самое фотография. Никогда не ходил? Никакие тренинги, каким-то звездам, знаменитым? Никогда, никогда никуда не ходил. То есть это вот от природы, это все, все ну, внутри? У меня мама художница. У меня мама художник, мама модельер. Художница. Я все детство провел в ателье. Я смотрел, как мама рисует эскизы. У меня мама работала с Ивакием Запашным, с слава богу. На сыне художника-модельера. Да. С кем мама работала? С Никулиным работала, с Запашными. Она шила, рисовала и шила костюмы для зверей. Театральный модельер, да? Она в цирке работала. Она в Херсоне, по-моему, практику проходила. А ты цирк любил в детстве? Я цирк в детстве, как и я не скажу, что прям так часто туда ходил, потому что в Днепропетровске, когда мы уже жили, мама уже работала в ателье. А где ты родился? Здесь, в Днепре. Да. Вот, поэтому цирк, ну, как все дети, наверное, я его очень любил, но так, чтобы какие-то прямо вот, чтобы я, у меня была возможность туда за кулисы какого-то, уже в Днепре такого не было. Угу. Только, только по мамным рассказам я. То есть вот эти все истории были до Днепра, да, это еще в Советском Союзе, да, в Москве там где-то. В Харькове, харьковский цирк, в Херсоне мама в цирке работала. Сейчас мамин одногруппник работает директором харьковского цирка. И у меня как раз очень давно висит от редакции заказ на съемку на цирка. И он меня ждет, но у меня времени вообще нет, я очень хочу. То есть у меня есть возможность прямо все. Есть заказчики, которые готовы ждать именно тебя, если ты не можешь? Да. Так бывает. Вот у меня харьковский цирк висит уже 2 года, если не соврать. То есть они 2 года тебя ждут? Да, ну это не к спеху, это просто материал, который выйдет в любом случае. Но тем не менее они хотят тебя. Да. Это лестно? Да, это лестно всегда. Да, когда очень лестно, когда звонят, говорят, здравствуйте, так-так-так, я говорю, я вам могу, ну, у меня нет в стране, там, либо я есть, не могу, я вам дам, там, вот у меня есть, там, друзья, ученик, там, та-та-та. Они говорят, не, тогда не надо, спасибо, мы хотели именно вас. Да, что, это приятно. Что тебе сделало имя, как ты думаешь? Длинный язык. На самом деле... То есть ты всем рассказываешь, какой ты классный, поэтому тебя хотят, ну, это же не ну, фотография такая штука, да, что ты можешь рассказать один раз, снимешь, и на этом все закончится. Ну, но на самом деле... как бы мне очень помогает. Я в любой компании очень быстро нахожу язык. Коммуникабельность. Коммуникабельность. Окей, есть вот такое дело. Да, то есть, ну как-то вообще так пошло. То есть с тобой легко работать, наверное. Со мной, наверное, я не заказчик, я с собой сам не работал, поэтому я не знаю, это надо спрашивать у людей, которые со мной работают. Но, наверное, да. Я не помню вообще ни одного, наверное, заказчика, с которым у меня какие-то плохие отношения. У меня очень много заказчиков, которые переросли уже в статус друзей, с которыми мы дружим очень много лет, уже давно с ними не работаю, но продолжаю. Ну, тебя можно назвать универсалом же, фактически, потому что ты и свадьбы снимаешь, и детские праздники снимаешь, и конкурсы красоты ты снимаешь. Конкурсы красоты я снимал, природу ты свадьбы снимал, природу снимаю. Экстремальные походы снимаешь. Да, да. Хотя я Best на самом City деле... Best City снимаешь, музыкальные фестивали снимаешь. Да, музыкальные фестивали — это вообще моя очень большая такая гордость. Я... Ну, то есть ты снимаешь все, фактически все. Хотя все, что предлагают, если нет, у тебя есть место в графике. Не так. Если я беру только те заказы, которые я чувствую, что я могу выполнить, и мне за них... Если я берусь за какую-то работу, я стараюсь вот костьми лечь, но ее сделать. Да, поэтому мне иногда бывают заказы какие-то интересные, я думаю, потом говорю, ребят, вы знаете, я не возьмусь. Даже не потому, что там и деньги хорошие, и вроде и время есть, но я просто не возьму, потому что либо
бывает просто, слава богу, я в таком уже положении нахожусь, когда я могу сам контролировать свои заказы. Я могу просто сказать: ребят, мне неинтересно, какие бы деньги ни предлагали. Либо я чувствую, что мне это будет в такую тягость, что я люблю, чтобы работа приносила действительно удовольствие. А ты можешь чувствовать, что у тебя просто не получится эта фотосессия, да, конечно, например? А, уже в момент выполнения фотосессии? Нет, ну заранее. Заранее, да. Просто не хочешь, приходит... потому что, ну, не твоя тема, да, например. Да, ты, да, не знаешь. Я вообще, на самом деле, наоборот, приверженец того, что каждый человек должен заниматься своим делом. И... Ну, в идеале, вообще... конечно. Тогда ну, дело... Ну, есть свадебные фотографы, да, и чего я буду лезть вообще в их нишу? Это свадебные фотографы. Я не лезу в свадебную съемку, просто что бывает такое, что Антон, ну, пожалуйста, ну, очень хорошо. Друзья просят. Да, друзья, ну, конечно, просят, да, вот я вот... А друзей, для друзей можешь сделать что-то там, например, в подарок или там со скидкой, или бесплатно? Это на самом деле, знаешь, почему я спрашиваю, это достаточно щепетильный вопрос. Это щепетильный вопрос, я тебе скажу сразу. Я всегда друзья часто говорят, что типа, давай ты придешь на свадьбу, типа, на свадьбу, погуляешь, пофотаешь. Я говорю: ребят, давайте сделаем не так. Просто работа есть работа. Это, ну, как бы, либо я к вам прихожу как фотограф на свадьбу, либо я прихожу как друг. Если я прихожу как друг, понятное дело, я буду без фотоаппарата, я буду весел, прекрасен, конкурсы, там, буду участвовать. Я участник песни, свадьбы. Все, да. Что, но я участник свадьбы. Если я прихожу как фотограф, я фотограф. Ну, ну для тебя хотя, это раздвоение хотя, невозможно? Возможно. Это вот только 3 месяца назад я был у своего хорошего друга Марка Ладера в... Тверской области. И вот там вот вместе с моим другом, которого была позавчера свадьба в Одессе, который сам молдаванин из Кишинева, вот там мы были как раз, вот мы были такие, мы были одновременно гости приглашенные, но мы и снимали. Ну это редко. Ну это не просто редко, это там раз. Это уникальный случай. Вот, да, ну сейчас все услышали, случай. Что ты для кого-то сделал исключение, так что готовься. Не, ну это за деньги, все честно. То есть мы приглашенные гости, но мы снимали, то есть гости мы гости, снимаем, но это такая же работа. Просто не столько, сколько обычно люди получают, но тем не менее я получил за это деньги. Угу. Это все-таки, то есть я считаю, что каждая работа должна быть оплаченная. Угу. Потому что это, да, как тебе удалось, ну у тебя замечательная жена Таня. Да. Мы с ней знакомы, у тебя отличная дочь, я считаю, что у тебя прекрасная семья. Это, наверное, заслуженное везение, потому что я считаю, что любое везение человеком вот заслуживается. Либо в этой жизни, либо там в прошлое, либо там всем длинным таким вот путем, если жизнь одна. Ну, то есть, раз тебе это вот дано именно так, то значит, это так должно быть. Но я мысленно ставлю себя на ее место. Ты же очень редко бываешь дома на самом деле, да? Да. И, наверное, это обсуждалось вами, эта ситуация. Более того, это обсуждается постоянно на протяжении 10 лет, эта ситуация. Но, тем не менее, вы 10 лет вместе, и тут не знаешь, что именно вас держит вместе, то, что ты редко бываешь. Ты знаешь, или наоборот, да? Ну, вот... На самом деле, как вот донести, да, до любимого человека, что любовь к ней и любовь к семье и уважение к семье не меньше от того, что ты любишь свою работу? Как вот часто же скандалы и конфликты из-за того, что ты любишь больше свою машину или ты больше любишь... там свой квадрокоптер, да, ну у мальчиков же всегда есть какие-то технические игрушки. Я люблю свой квадрокоптер. Или ты больше любишь свою фотокамеру, да? Просто у нас очень четкое разделение: семья это семья, работа и все окружающее это другое. Ну, я поняла, фото куда они нет хороших. Да, но на самом деле это постоянно, это причина постоянных. Не так, чтобы мы там какие-то у нас сильно скандалы из-за этого, но вообще этот разговор поднимается регулярно на протяжении 10 лет. Что Антон, ну елки-палки. Ну, как бы. Но нет такого или я, или путешествие. Это очень опасный вообще для нее вопрос. И мне такие ультиматумы ставить нельзя, она знает об этом. Я на самом деле стараюсь вот то время, которое я бываю дома, я стараюсь посвятить им. Хотя, конечно, в любом случае постоянно такая работа, что постоянно нужно быть с ноутбуком, телефоном, сейчас Фейсбук, все дела, я постоянно вообще. У меня сейчас даже часы с Фейсбуком, как раз там друзья смеялись, что я уже телефон спрятал, а часы все равно показывают, что приходит. Но это, ну, она просто знает, что для меня работа это не просто какое-то там с понедельника по пятницу, с 8 утра до там, 7 вечера, как бы для меня... Это 7 на 24. Ну, как бы для меня это образ жизни, поэтому сказать, что это именно работа. Поэтому, ну, у нас такое это вообще хобби, очень плотное... Это хобби, которое приносит доход, да. Я читала твои интервью. Вот. Да, как говорил Сергей Юрьевич Бершов, что хочешь всю жизнь не работать, займись любимым делом.
вот у меня, собственно, так само и получилось. Опять же, я не специально к этому шел, вот оно вот как-то вот так вот само, знаешь, как в нужное время, в нужном месте, кирпичик по кирпичику, оно складывается в такую огромную, какую-то непонятного размера пирамиду под названием Антон Шевелев. Ну, у меня бывает так, что меня спрашивают, тяжело ли быть женой музыканта. Я парирую всегда, спросите у него, легко ли быть мужем журналиста, скажем так. Поэтому вполне можно спросить там, да, сложно ли такие, быть мужем такие психолога. Вопросы нужно задавать психологу. Потому что наверняка у нее есть какие-то мысли по поводу не Антона Шевелева как мужа, а Антона Шевелева как личности. Наверняка она смотрела на эту личность через призму психологии. Ну, раз она выбрала тебя мужья, то значит, наверное, это личность. Раз до сих пор вместе. Личность, ого-го, дочь. Это, наверное, особая тема. Да. И особая отдельная любовь, да? Скучает? Да, она очень скучает, и я за ней очень скучаю. Мы там друг другу открытки, у нас там люди ко мне прилетают и обратно возвращаются. Вот она мне на день рождения там открытку, там шоколадку передал, я ей тоже там нарисовал открытку, какую-то тоже ей передал. То есть можно быть рядом, будучи далеко, на самом деле? Слава богу, 21 век, конечно, 21 век. У дочери есть телефон с вайбером. То есть мы там друг друга списываемся, она мне рассказывает, как у нее дела, я рассказываю, что я там видел, она там фотографии друг другу какие-то присылает. Ну, вайбер — это же еще не гарантия душевной теплоты на самом деле. То есть, значит, нужно что-то... Нет, конечно, но если человек любит, то расстояние тут вообще не помеха. Это ж очень чувствуется хорошо. Вот я когда приезжаю, она просто с меня вообще не слазит, она ко мне липнет. Вот, поэтому мы очень стараемся. То есть бывают просто страны, где нет связи, например, да. И я сам иногда там тяжело переживаю, там, когда неделю. Хотя я такой человек, что я могу там забуриться, и вообще у меня как-то из головы все это вылетает. Ну, ты бываешь во многих странах, в разных странах, чаще в благополучных, наверное, все-таки, да? Нет. Нет? Нет. В неблагополучных тоже бываешь? Я бы сказал бы 50-50. Вот те, скажем, ну, иллюзии, да, которые мы питаем о мире, нам всегда, большинству из нас кажется, что хорошо там, где нас нет. Да? И вот эта фраза расхожая, не путайте туризм и ПМЖ, она тоже однозначно, для многих приобретает однозначно новый смысл только тогда, когда люди уезжают и собираются жить в другой стране. И уже через год они могут написать книгу о том, почему не нужно было, например, этого делать. Однозначно. После того, как ты один раз ездил там в турпоездку, да? Один из самых часто задаваемых вопросов мне, куда бы ты хотел переехать жить? Я говорю, никуда. Жить прекрасно, у меня замечательная страна, Украина, и Днепропетровск прекрасный город, теперь уже Днепр. Я честно, вот по-настоящему, руку на сердце, никуда не хочу уезжать, прекрасно. Ну, правда, я редко бываю, но тем не менее, я когда бываю в стране... Дом у тебя здесь, да, дом у меня здесь, и я никуда не собираюсь переезжать отсюда. Вот, любая страна, она прекрасна до той поры, пока ты там просто путешественник, турист, но жить... Есть такой прекрасный старый фильм годов 90-х про основателя Птюча, больше Бена или выше Бена, по-моему, больше Бена, про двух москвичей, которые решили, что вот им ничего не светит, они уедут сейчас в Лондон, и там как заживут, ну и в итоге там показывают фильм о том, что на самом деле в любой другой стране хватает своих проблем для желающих, местных. Желающих зажить. Да, для местных. А когда ты приезжаешь в другую страну, ты там, ну, никто, ты там никому не нужен, плюс, опять же, язык. Ну, в общем, нужно как-то ассимилироваться. Все заново. Это просто вот заново же. Поэтому я всегда говорю, что, ребят, ну, прекрасно везде. Вот в любой стране прекрасно. Даже в самой там ужасной, грязной, нищей стране. Всегда можно найти плюс. Всегда можно, да. Но все прекрасно, пока ты там просто как турист. А жить... Ты говоришь, самая ужасная. Какая самая ужасная была страна? Ну, самое ужасное тоже такое достаточно понятие растяжимое. Ну, я на Мальдивах умудрился найти просто невероятные трущобы вот, на острове Хульхумале, где живут местные. То есть, в принципе, в каждой стране есть вещи, которые не показывают туристам. Задний дворик, да? Ну, практически каждая. Я не буду говорить про Скандинавию. Ну, в Швейцарии, наверное, нет. Там, или в Исландии, Норвегии, в Шведах, вот у них там все хорошо, куда бы ты ни завернул. То есть, даже задний дворик там. Даже самый задний дворик, да, идеальный, да. А так, ну, я очень часто бываю в таких странах, там, Непал, в Африке. Какие там какая-нибудь Уганда, Танзания, Куба, Латинская Америка, же. Куба, да, то есть там, где даже если захотеть очень спрятать, это все вообще невозможно. Тогда та же Грузия,
Вот, даже не все прекрасно. Хватает. Не все прекрасно, да. Не хорошая... все так, как в буклете, скажем. Да, не все так, как в буклете. На самом деле, вообще, про очень многие страны, очень многие люди знают посредственную информацию какую-то, и даже которые там едут со мной, с нами, с нашей компанией, едут какую-то страну, там читают про нее какую-то поверхностную информацию, очень часто говорят потом, блин, а вообще совсем не так все. Вообще все не так, как пишут, как показывают. Честно, например, новое туристическое направление в Албанию все ездят. Ты был в Албании? Нет, очень хочу в Албанию. Видишь, да. Ты где-то не был. У меня такое ощущение, что ты был везде. Я в Европе очень много не был. Что такое Карлсон, который летает над миром? Нет, просто как раз наоборот. Я был в очень таких отдаленной какой-нибудь глуши, но какие-то такие страны. До Албании как-то не было. Была идея, я хотел в Хорватии взять машину на прокат и поехать в Албанию. У меня там было свободное время после съемок, ну, не срослось. Но вот я смотрю, что сейчас, да, интересная страна, причем просто у меня друг был в Албании тогда, когда еще о ней даже, наверное, толком никто не слышал, Женя Петлев, вот он мне как раз рассказывал, что да, про Албанию, это было лет там 8-10 назад, наверное, как они там вообще ездили, она была вообще, конечно... Была страна, в которой ты был не по работе? Ну, не в детстве, скажем, ну, вот сейчас. Сейчас я думаю. Ну, опять же, если что называть работой... Ну хорошо, куда ты не ехал, не фотографировать что-то? Нет? Нет. Все страны в мире, в которых я был, везде был с фотоаппаратом. Ну и все было по... По контракту, по ну, назовем это заказу. Работой, да. Ну то есть в любом случае. Ты говоришь, что ты возишь людей. Как это вот происходит? У нас с другом, с Андреем Нарыжным, своя компания Акуна Матата Экспедишнс. И, собственно, мы делаем путешествия в разные страны мира. Желательно такое поглубже куда-нибудь залезть. То есть вы не турагенты, которые предлагают нет. отель 5 звезд, правильно? Нет, нет, да. А что вы предлагаете? Предлагайте, ну, можно. В нашей программе да, можно. Ну, наконец-то. Вот последнее, что у нас было, и это я буду делать еще и неоднократно, мы делаем пеший поход через национальный парк Лангманауэр в Исландии, это цветные реалитовые горы. Это все на себе, то есть палатки, еда, все остальное. Вот. Ну и это прекрасный способ перезимовать лето. Вот у нас сейчас минус 3 было ночью в палатках. Люди немножечко, конечно, не совсем оказались готовы к таким условиям, но, в принципе, в целом это невероятно красиво. Это очень захватывающе, очень интересно. Очень что красиво. Нужно иметь? Загранпаспорт, визу, да? Загранпаспорт, визу. Это все ты сам должен делать, да? А мы помогаем. Вы помогаете, мы помогаем, да? Да, сделать. Угу. Да, но сейчас биометрические паспорта и, в смысле, это отпечатки, поэтому нет такого понятия, как групповые подачи, все остальное сейчас. Ну, все, то есть мы курируем людей, рассказываем, что делать, куда идти, чувак, но каждый человек получает визы. Угу. То есть в курортные какие-то вот точки вы не водите, да? Нет, курортные точки это точно не к нам. Угу. Не, хотя у нас сейчас будет большая азиатская экспедиция, Сингапур, Макао, Бруней, Гонконг и Малайзия, ну там, понятное дело, какие-то там пляжи будут, наверное. Плюс вот в феврале я веду на Килиманджаро, высшая точка африканского континента, восхождение. А после него вот мы там дня на 3-4 попадем на Занзибар, тоже Индийский океан. Насколько я понимаю, что тут соединились две твоих, даже три твоих страсти, да? Страсть к фотографированию, страсть к путешествиям и страсть к экстремальным каким-то таким штукам, да? Я там читала, что у тебя в жизни были ролики. Чего у меня в жизни только не было? Каяки, там, велики, да, BMX-ы всякие, там, не, вот не это, было, нет, BMX-ов не было? Не было, не было. Даунхилл. Даунхилл, да, то есть это тоже отдельно все существовало в твоей жизни из детства, да? И существует. И существует. Существует, конечно. Это было с детства? С детства, ролики, велики. С детства я всегда пытался, ну, в любом случае, куда-то залезть, откуда-то спрыгнуть, спуститься. Изначально, ну, изначально были байдарки, и на байдарках там были моменты прохождения порогов. Еще тогда я понял, это что... С родителями меня... еще, наверное, это с родителями, да? Еще. Потом у меня были ролики, я очень долго занимался, то есть мы вот как раз на здании горосполкома, мы прыгали со ступеней, там делали так трамплины. Так это были вы. Это были мы. Да, вот, то есть изначально первые мои травмы спортивные были заработаны еще тогда. Травм много? Травм много. Мне проще, наверное, сейчас сказать, что у меня целое осталось. Вот тут будем говорить правду. Опять же, нас смотрят дети, да? То есть да. Можно не заканчивать там высшее учебное заведение, можно не ходить на тренинги там фотографов, но если вы выбираете экстремальный вид спорта, да, тут надо вообще, вы должны, в принципе, быть готовы к травмам. Да, однозначно, что если вы занимаетесь фрирайдом, ну, лыжами по неподготовленному склону или на велосипеде вы с горы несетесь вниз, то понятное дело, что есть
достаточно большой процент. У тебя нет такого, вот, знаешь, что вот травма – это как бы знак, да, что нужно быть осторожнее или нужно перестать заниматься этим? Нет, тебя это не останавливает? Нет, меня это не останавливает. Меня единственное, или что... травм уже так много, что уже знаки уже нет, ты не распознаешь. Нет, знаешь, последняя такая травма была, что можно было бы уже и поверить в знаки. Нет, я в знаки не верю, я просто считаю, что каждый человек сам кузнец своего счастья, что надо просто думать головой. Ну, просто, ну, тогда мне просто не повезло. Когда-то не повезло, когда-то сам, ну, как бы перегнул палку, да, и немножко сделал, попытался сделать больше, чем можно. Когда ты проанализировал, то есть это была травма ноги, колено, насколько я бедро, понимаю? Бедро, нет, последняя травма бедро, колено то до этого было. До этого, да. Бедро, да, разнесся. Ну, вот побаливает, я вижу, да. То есть ты потом проанализировал и понял, что ты сам был неправ? Или ну, ты сразу это понимаешь, нет, что так это я сразу превышаю, понимаю. Например, нет, конечно, или высоковато? Нет, это сразу, ты понимаешь сразу, и тогда просто не надо было лезть самому. А нужно было немножко подождать. А почему в момент вот факта, да, не работает защитная реакция? У тебя просто этого нет, кураж, ты просто адреналин. Такой лихой, борзый, ну, дело в том, что, дерзкий. Как бы, я лихой и дерзкий, просто я спустился уже два раза и думаю, ну блин, ну чё ж, надо тут уже такси через час, можно еще разочек спуститься. То есть не так, что я полез в абсолютно неходибельную часть, да, и там поломался. То есть я просмотрел маршрут, я продумал его, то есть два раза я его проехал. А как мама к этому относится? Мама? У мамы есть папа. Который тоже ломался? Который, ну, не так сильно, но там у него другие, вот. То есть она готова? Да, то есть она всегда... Знает же, что там может произойти. Мама относится, конечно, плохо, но у нее вариантов нету. У нее там одного папы хватает. Вот. Поэтому. Ну, она из нас с братом переживает, конечно, но. Твой бесконечный энергетический заряд, ну вот он реально, он кажется бесконечным, да? Вот мы наблюдаем, там Шмелев поломался. Никакой депрессии. Ну, по крайней мере, вот публично мы не видели ни нытья, ни каких-то там нареканий, да, что вот, плохая медицина или я там еще чего-то. Ну, то есть все класс, ты во всем находишь позитив. Ты такой и есть, или ты в себе культивируешь эти вещи, чтобы жить дальше и продолжать такой же образ жизни? На самом деле, конечно, грустный, молчаливый человек. Нет, я не верю. Не, на самом деле, это как раз то, о чем мы с тобой говорили, что я просто... Вот как-то так получилось с самого детства, что я умею получать удовольствие вообще от всего. Меня в детстве ставили в угол, я в углу, мне классно было, я находил рисунки в обоях, там строил себе какие-то рисунки, я искал дырочки, знаешь, советские эти стены бетонные, на которые обои поклеены, в них, ну, короче, изъяны. Вот мне интересно было находить дырочку, когда провалится палец. То есть я, ну, меня можно... Меня забирали телевизор, там то, все, я находил всегда, меня нельзя, невозможно меня... загнать в какую-то там абсолютно... А если у тебя заберут фотоаппарат? Ну, заберут фотоаппарат, буду смотреть глазами. Ну, то есть, ну, такое, что у меня фотоаппарат не ломался. Ломался. Вот, я абсолютно в любой ситуации, поэтому то же самое, когда был поломанный, ну, нормально. Твой никнейм в интернете 1200DPI. Что это значит? И сохранился ли он до сих пор? Потому что Live Journal, да, у тебя был именно под таким ником, и все тебя знали, не зная даже тебя лично, очень многие тебя читали. Я, например, думала, что ты какой-то, скажем, украинский журналист, который живет в другой стране, очень классно пишет и фотографирует. Да, то есть на самом деле ЖЖ вот одним из таким камнем, с которого начиналась моя вообще деятельность как фотографа. И ЖЖ в свое время, он, конечно, очень много мне дал. Очень многие меня узнали как бы изначально из ЖЖ. Вообще 1200DPI появилась такая очень старая история годов 2000-х, наверное. То есть, сколько, 16 лет уже, по-моему, в 2000 году я на UIFM завел себе адрес. Совсем недавно мы говорили 2000 год, да, теперь мы говорим, а, это давняя история 2000-го года. 2000 год, да, вообще, как это, 16 лет назад было, просто оказалось, вот он. Полжизни, А, представляешь, это полжизни назад, на самом деле. 16 лет, твоей. Да, ну, немножко минут. Примерно. Я занимался дизайном, а, ну, в общем, печать, это Dort Percent Ink, плотность печати, ну, качество печати, грубо говоря, там, обычным языком. Там есть 72 точки, 300 точек, и тогда 1200 считалось чем-то таким вообще недостижимым. Я где-то вычитал вообще в газете, что запускается какой-то там станок, который будет печатать 1200. Это там плотность вообще невероятная. Вот, и как-то мне так вообще это запало, что вот
Как-то вот так вот я придумал. И с тех пор так вылез. У меня до сих пор Инстаграм мой 1200 DPI, Life Journal мой 1200-DPI, потому что 1200 DPI мой же ЖЖ, но я его там как-то криво завел, и сразу же пришлось заново еще в те годы, когда я его создавал. И меня очень многие так до сих пор знают. Мне вот там, знаешь, на улице часто бывает встречают, говорят, ой, а вы же 1200 DPI. Я говорю, да. Вот, то есть на самом деле до сих пор работает. Оно люди, которых такое... ты фотографируешь, они тебя помнят? Ну, многие ли помнят? Ну, я понимаю, например, что звезд фотографируют все, да? Бывает так, что кто-то из там известных музыкантов говорит, о, чувак, я тебя помню. Да, о, так у меня, ну, просто на самом деле я очень много лет, я, если сейчас посчитать, сколько я был лет главным фотографом Джаз Коктебеля, там тот же Б-Сити, я вот, Соседний мир, Z-Game, Казантип, я очень много работал с музыкантами, артистами, там, знаменитыми, вот, и очень приятно, когда там какой-нибудь Борис Борисович говорит, о, привет. Помнят. Да, помнят, помнят, приятно. Ну, сейчас, понятное дело, уже мой звездный час в музыке прошел, я сейчас передал это все, бразды правления, все. Ты думаешь, сейчас... что ты к этому не вернешься, конечно. А я не знаю, я никогда вообще ничего не думаю, я не знаю, может сейчас все, через полгода я опять вернусь, но меня все всегда ждут, слава богу, я надеюсь. Ждем, ждем. Да. На самом деле, услышав, что Шевелев приезжает в Днепропетровск на 5 дней, нужно хватать и общаться. На один. У меня сейчас поезд в Киев вечером, я сегодня создал с Одессы. И сегодня же... Я только хотела спросить, ты между какими поездами к нам залетел? Между вот одесским, получается, и киевским? Из Исландии прилетел из Рейкьявика, я прилетел в Ригу, из Риги я прилетел в Киев, в Киеве сел на поезд, приехал в Одессу. В Одессе была прекрасная свадьба моего друга Алекса Бреда и Марго. Вот, собственно, где фотоаппарат даже не доставал. Ты не устаешь от дороги? Ты знаешь, дорога вот наоборот. Вот больше всего, где я отдыхаю, это дорога. Я вообще потому что такой ты не фоткаешь. Во-первых, потому что я не фотаю. Во-вторых, это потому что один из немногих возможностей. Я очень люблю кино смотреть и читать книги. Это, наверное, единственная возможность, когда я... Поэтому у меня всегда с собой есть планшет. В телефоне у меня есть какая-то книга, какое-то кино. И вот вот там... что ты сейчас читаешь? Последний? Я сейчас кино смотрю. Ага, сейчас ты смотришь кино, да, хитро ушел. Были такие плотные... Я сейчас Оруэлла перечитывал. Здорово. Очень в тему Оруэлла перечитывать, да. В Украине, да. Настолько просто сейчас, вот когда такой плотный график, я перестаю читать, потому что постоянно это поезд, то короткий, когда переезды, я сам теряюсь, потом я такой открываю, начинаю читать, понимаю, что я вообще смотрю, как будто я заново эту книгу читаю. Поэтому я часто бываю там страниц на 5 откидываю. Поэтому вот кино в этом плане просто. Что у тебя там за татушка? А это у меня... Это я сделал в Бразилии себе. Это ряд Фибоначчи, золотое сечение. То, на чем вообще основа. У тебя одна татушка? Одна, завтра будет вторая. Видишь, как в тебе. То в следующем эфире я уже спрошу, в следующем эфире что будет, это за татушка? Да, у меня будет на ноге вот здесь вторая. В Бразилии завтра. Действительно много диких обезьян? Да, в Бразилии действительно много. Привыкли говорить после фильма «Здравствуйте, ваша да, тетя». Да, в Бразилии да? много диких обезьян, да. И всех зовут Педро? Нет. Часто бывает, что мы были в Пантанал, называется, это самое заболоченное место на планете и одно из самых плотных по скоплению диких животных. И мы шли по лесу, и у нас проводник говорит, только тихо, пожалуйста, сейчас мы типа подходим к обезьянам, мы подойдем. И он подходит к какому-то дереву, все же такие притерли, он как начинает орать просто по английском, обезьяна! Обезьяна! И начинают действительно с деревьев огромные эти... Бандерлоги. Бандерлоги, да, тоже такие спускаться. Вот, много обезьян диких. Было место, в котором реально было страшно? Ты знаешь, блин, нет. Вообще, я всегда жду вот этого момента, когда, где же мне будет страшно. Может, какой-то там каньон там страшный, высоко. Ну, ты высоты не боишься, меня я вообще поняла. Обезьян никак. Ты не боишься. Там я в фавелах сейчас ночью гулял сам, вообще днем ходил по фавелам, по в Рио-де-Жанейро. Шевелева, ничем не испугаешь. Там, он 4, такой оранжевый, опасный, 4, детский. В 4 утра в Катманду с бомжами, там, в Боливии, кокус. Бомжи есть везде? Бомжи есть везде, ну, тем более в таких странах. Там, по-моему, каждый второй житель страны бомж. Нет, ну, вот реально, везде есть бомжи. Даже в Норвегии мы видели бомжа одного. Он, правда, пил пиво по 8 евро. И сказал, ребята, зачем мне работать, мне так хорошо, у меня там пособие. Говорит, я не хочу быть, мне хорошо. То есть у меня на самом деле, говорит, есть квартира, но если туда буду приходить, меня типа не будут выдавать вот это пособие. Пособие. Да, поэтому даже такой в Норвегии мы умудрились. Только, наверное, в Исландии я не видел бомжа. Во всех остальных странах, в Осло, в Швеции, в Дании, ну, везде. Просто везде есть люди, которые выбирают такой образ жизни, наверное, ну, да. они наверное, там не, да. не называют ну, сейчас даже в той же Норвегии много сейчас приезжих, которые, этих беженцев,
Вот. Просто ну, Исландия очень правильно сделала. Они сказали: так, ребята, все очень классно. Хотите туристами, приезжайте. Никаких беженцев, никого. Все, они полностью вообще закрыли страну, они понимают, что это может. Ты начал активно ездить, ну, довольно давно, до, скажем, таких глобальных активных перемен в мире, угу. да? Вот по, на твой взгляд, да, ты же смотришь на мир немножко иначе, нежели вот новостищики, скажем, и нежели там турагенты, да? Мир изменился за последние там 3-5 лет, 2? Нет. Или он меняется все время? Или он, ну, всегда, мир, или он всегда был мир, таким? Мир, во-первых, всегда меняется. Он меняется, но это никак не связано там ни с какими действиями. Просто сам по себе, ну, как бы идет какое-то развитие. Не всегда, но в положительную сторону, но мир, конечно, меняется. В любом случае мир меняется, меняются города, меняется тот же самый Катманду, да, вот вообще за мою жизнь я в нем был там раз 6-7. Вот последний раз, когда я был, после землетрясения, ну, он уже стал вообще другим городом. Меняются страны, меняются люди, меняются рельефы. То есть где-то для вещи. Перемен нужно землетрясение, где-то, где-то для перемен нужно, нужна да, война. Да, где-то война, где-то землетрясение, где-то какое-то цунами, где-то, где-то ничего не нужно, оно само и так меняется. Вот яркий тоже пример. В Норвегии ледник Бриксдейл, который в свое время очень интересное открытие вообще этого ледника, там такой невероятный бирюзовый язык этого ледника спускается в долину. Его открыли, британское географическое сообщество запустило экспедицию, потому что они сидели, пили виски, и им не нравился лед, который у них находился в бокале. Кто-то рассказал про то, что в Норвегии есть вековые льды, там тысячелетние голубые, и они отправили экспедицию и открыли этот ледник. И... Так вот, я к чему? К тому, что вот третий год подряд туда приезжаю, и с каждым годом вот ледник очень все меньше, сильно заметно, что этот язык становится меньше. Поэтому где-то нужна война, где-то нужно землетрясение, где-то ничего не нужно. То есть нет стабильности в мире на самом деле? Стабильности вообще нет. Глобальное потепление точно так же на всех действует. У украинцев, вот, скажем, о своем месте в мире есть два противоположных мнения. Нам часто кажется, что о нас везде говорят, и везде знают, да, а иногда нам кажется, что о нас все забыли, и мы никому не нужны. Вот как на самом деле вот у тебя? На самом деле все очень, опять же, просто. Просто есть страны, которые вообще, кроме самой страны, не знают, что происходит у них там. Они не знают... Вообще ни о ком. Ни о ком. США, Англия, Украина, для них это абсолютно какие-то одинаково. Просто названия, которых для них это... Многие страны, которые более цивилизованные, там, да, там очень часто... А вы откуда? Из Украины? О... Очень часто бывает такое, ну, мы все равно же друг с другом разговариваем, они такие: ой, вы из России. Мы говорим: нет, мы из Украины. Они такие: ой, извините, пожалуйста. Вот такое часто бывает. То есть не так, что как-то там к нам относятся сильно там предвзято или сильно там с какой-то там... Ну, знают. Ну, да, большинство стран знают. Теперь уже да. Хотя чаще всего это Шевченко. То есть до сих пор все равно Шевченко? Шевченко, да, и, понятное дело, не поэт. Чаще всего, типа, а, Украина, Шевченко. Даже там какой-то Литве, Латвии очень часто бывает такое, типа, ош. Для тебя Украина визуально, вот как для фотографа, это вот что? Мы часто обсуждаем, и нам почему-то кажется, что везде есть какие-то символы, да, там Эйфелева башня, там Биг Бен и так далее, а вот в Украине вот как бы нет ничего яркого. Но мне кажется, что это вот чисто наши отношения, потому что когда приезжают какие-то иностранные друзья, они всегда видят другими глазами, говорят: ой, там вот классный там Днепр, да, вот японцы, например, вот становятся возле реки, начинают ее фотографировать, их там оторвать невозможно, им так нравится река. Или им нравятся там старинные здания, например, да, китайцы говорят: ой, там у нас таких нет зданий, им нравится вот эта архитектура. Ты знаешь, ну вот сказать какую-то конкретную визуальную какую-то привязку вот Украины, да, я, наверное, не смогу. У меня есть очень слишком много каких-то визуальных образов. Ну, она большая, образов. И она да. разная, на плюс, самом деле. Вот ты правильно говоришь, любой человек, знаешь, это как те же, вот мы из Одессы вернулись, как одесситы. Я говорю: когда ты купался в море? В море? А, ну лет 10, наверное, назад. Все это очень такое... когда ты в этом живешь, да, люди, которые живут во Флоренции, для них Флоренция — это, ну, что, там, я за хлебом пошел, что я буду смотреть на Уффици, там, какой-нибудь, ну, Уффици, Уффици, оно стоит, я тут родился, она стояла, и сейчас она стоит. То же самое и у нас, да, то же самое там... А покажи им наш парус, скажут: вау, да. Я очень люблю Львов, Черновцы,
Карпаты, вообще все Карпаты сами по себе. Мы когда-то снимали вот вместе с друзьями, у меня с канала 1+1 тогда были документальное кино «Гуцульская коляда. Сердце Карпаты». Я с ними там снимал, кстати, для меня это вообще невероятное вообще впечатление произвела вот эта вот внутренняя глубинная культура. Но опять же, это нельзя показать как какой-то единый образ, да, как Эйфелева башня. Там многие французы то же самое, для них Эйфелева башня, ну, стоит железка, ну, там. Да, тем более многим французам она не очень не нравится, ну, до да, сих пор, как-то так. Поэтому сказать, вот, чтобы у нас прям какой-то такой символ Украины, просто реально страна очень большая, да. Символом Украины, я считаю, у нас является флаг и герб. Там трезубец и флаг. Ну, это государственный да, символ. Но это все равно, это символ, которому все равно, когда ты говоришь Украина, да, вот у меня сразу ассоциативно возникает. Когда видишь какие-то, ну, украинские, скажем, детали, да, что-то домашнее, может быть, или там, опять же, герб, или там флаг, где-то очень далеко, теплеет на душе? Да, вот мы сейчас идем по Рейкьявику, там есть такая центральная улица Лангавигур, и мы идем, и там такая дверь, и на ней герб Украины, написано «Почетный консул». Ну так вообще очень приятно, мы все пофотографировались на фоне. Ну там, то есть оно так цепляет, да, когда вот далеко? Да, тем более, когда у тебя долго дома нет, как-то очень так приятно. Вот в том же Непале, как в Тибете, у них привет культура. Привет из дома, открытка да, от дочки, у них да? Очень часто желтый с голубым, ну это вообще тибетский один из цветов. Только наоборот получается, желтый сверху, голубой, но все равно очень приятно. С тибетцы вообще, такие, украинцы так, наоборот, в какой-то степени. Ну. Так, заметь, у нас осталось много тем для разговора, да. Мы не говорили о еде. Как минимум, да. Хотя, я думаю, ты мог бы написать гастрогид какой-нибудь, да. Вообще, какие гиды ты мог бы написать отдельные по странам, да? Экстремальный гид, гастрономический гид. Еще какой? Какой-то, как для фотографов, как, знаешь, фототуры, там, какие-то места интересные. Видовые такие, туры, видовые, да. По злачным местам. Так. Однозначно могу гид. Алкотур. Алкотуры, да, наше все. Даже не знаю еще. Напишешь когда-нибудь что-нибудь? Не, я не беру обещания сейчас. Ты знаешь, вот. Мне проще сидеть где-то в кресле в старости, рассказывать, писать вообще. Я настолько ленивый, мне так тяжело всегда это делать. В свое время мне именно журналистская карьера не очень пошла, потому что все хотели мультизадачного, чтобы фотограф, которого можно стать, который будет писать. То есть у меня бывает такое, там раз в 5 лет я могу что-то красиво, интересно написать, но остальное мне просто, ну, я сажусь там, все. Так, кресло все. Есть, звук да. Пишется, осталось дождаться старости. Наговорить кого-то, да. Это надо не будем дожидаться, давай будешь приходить, вот будешь в Днепре. Наговаривать просто, приезжай, хорошо, наговаривай, зовите еще. А мы будем делать потом стенограммы. И так даже глядишь, говорить я могу очень ты, долго. Кстати, ты знаешь, что туристический вот этот вот известный сборник, да, он называется «Оранжевый гид». По-моему, они... Там их несколько серий. По-моему, они просто, ну, украли нашу с тобой идею. Так, надо подавать в Гаагский трибунал, куда там это... Отсюда. Потому что, ну, кто у нас оранжевый гид? Шевелю? Ну, еще есть Александр Зубенко. Ну, окей. Это главный мой конкурент в магазине туристического снаряжения. Он тоже оранжевый? Да, он тоже оранжевый. Я говорю, а палатка есть? Нет, Зубенко забрал. Я, черт. Ну, и то же самое наоборот. Он мне пишет, Шевелев, ну, что за такое? Я прихожу, там все забронировано уже, оранжевые вещи. Такая... Саша, не трогай, пожалуйста, мои оранжевые вещи в магазине. Песня знаменитая есть «Оранжевое небо, оранжевое солнце». «Оранжевый верблюд». «Оранжевый верблюд». Знаешь ее? Конечно. Ну, а кто в детстве был, тот песню эту не может не знать. Петь не будем? Не. Петь не будем. Так, о еде поговорим в следующий раз. Я просто очень-очень-очень тебя благодарю, что ты в своем... Знаешь, вот если это часто звучит банально, да... когда общаешься со звездами, что спасибо, что на своем плотном графике. Ну, вот, что касается тебя, это правда. То есть, не, ну, мне всегда приятно прийти к тебе в гости. Иначе ты просто не скажешь, потому что плотнее, чем твой график. Я, ну, вообще не знаю, кто бы так вот плотно между капель успевал бы вот бегать так, как ты. Пусть так и будет, но всегда находи время для того, чтобы рассказать людям о том, чем ты занимаешься. Это, знаешь, меня когда-то в каком-то интервью спросили, а как вы вообще все успеваете, в чем ваш секрет? Я говорю, мой секрет прост, я не успеваю. Спасибо, что успел. Я дякую вам за увагу, дякую за те, що встигли подивитися і послухати нашу розмову. Це був Антон Шевельов. Дивіться нас на Ютубі, переглянете, дізнаєтеся, хто він такий, тому що зараз повторювати всі його регалії, ну це просто марна трата часу, і це ще одна передача. З вами були пані та панове, хай буде мир, до побачення.